Всем привет, вы на канале Фордмаг, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим видео с канала Рейн под названием «Моя геройская академия за 8 минут». My Hero Academia довольно-таки неплохое аниме, ну и как минимум действительно классная манга, конечно. Все откладываю ее полноценный просмотр, ведь я посмотрел совсем немножечко, да, оно было неплохим, но, блин, почему-то я постоянно некоторые аниме просто беру, посмотрю и потом отложу. И эту оплошность реально нужно исправить. Но сейчас не об этом, ведь Рейн замутил аниме за несколько минут по этому довольно-таки хорошему произведению, так что посмотрим, что же такого смешнявого он замутил и как он это переозвучил. Ну что же, поехали. Три, два, один, погнали. Когда-то что-то произошло, и все получили сверхспособности. Кто-то умеет управлять временем, огнем, воздухом, вселенной, а кто-то кактус. Но это история о школьнике, который смог, и да, это не про тебя. О, гусики, опять кто-то разрушает город, как классненько-то, а? Эй, бога, лучше бы у нас пробки были, блин. Ну, это надолго, походу. Ага, она умеет становиться большой. Интересно, она умеет увеличивать отдельные части тела? Фу, мало, ну не при людях же, ебать ты изврат. Например, руку, чтобы не вставать с дивана, взять пульт. Ой, ебать изврат. Или сиськи, хули скрывать-то? Малой. Ребят, я тут подумал, а нахер нам учеба? Вы ведь все ходите в UA, хоть и 95% из вас, молясь, идиоты. Не, ну серьезно, кто-то буквально камень. Но двое точно поступит. Это Бакуга, атомная заноза во всех задницах, мечтах его ищет. И... Мидория. Ты чё, охерел? У тебя даже причуды нету. Мама говорит, что я не один такой, и у меня есть причуда. То, что ты пока доплачешь, это не причуда. Ну, вообще-то... А, да? Сочувствую, ну, да. Кажется, у вашего сына рак. А... Оу. А причуд-то есть? Нет. Бля. А, из вас 100 тысяч, кстати. Бля. Неужели... Жизнь говно. Скучная, обыденная. Беру свое слово обратно, Китай тоже не вариант. У тебя очень крутая причуда прилипания к штанам. Всемогущий? Ай, у меня нет причуды. Ебать ты лох. А чё за мем? Вообще, кто бы говорил? Согласен, Фейл. Ладно, давай обмен. Ты никому ничего не говоришь, а я пошел. Чё-то, походу, два раза меня обули. Можете даже не пытаться, меня никто не остановит. Ну, убивать я, конечно, никого не буду, пару раз так откинуть. Не знаю почему, но прям чувствую такой вайп о One Punch Man, когда смотрю. О боже, там Бакуга, он... Просит о помощи? Мне нормально, не иди сюда, чувствую себя просто прекрасно. Я бегу, качан, на нахуй! Ай, блядь, школьный портфель, мой криптонит, нет! Мои кулаки для вас шутка, да? Вообще херня. Все хорошо, почему? Наверное, потому что, сука, никто не взял зонтик. Да, кому расскажу, не поверит. Ах, да, у меня же нет друзей. Ну да. Ну, кроме... Деку! Качан? Нахуй иди! Это по-дружески, я уверен. Здорово, я из компании «Главный герой». Хотите стать главным героем? О боже мой, да! Слава богу, не рифлейм. Твое тело. О боже, блядь, нет! Всемогущий, я справился. Вообще-то это был первый день. О, бля. Ладно, 10 месяцев прошло, думаю, ты достоин принять мою силу. На, хавай. Ну он хотя бы... Да, с головы. В общем, у нас есть парочка мини-городов, в которых вы реально будете херачить огромных роботов, и в которых действительно можно рипнуться. Да и всем плевать, что у вас не у всех боевые причуды. А, чуть не забыл, и стипендия примерно косарь будет. Можно вопрос? Конечно. Вы охуе... Окей, чтобы попасть в UA, мне надо херачить пару роботов. Хорошо, что мне достала силовая причуда, а не дуванчик из задницы. Хотя еще не факт. Ладно, самое время проверить в другом. Здрасте, Metal Gear собственной персоной. Тем более за него ничего не дают. Аниме должно быть платным. Поэтому мы заблокируем всех фандайберов и доберемся до ютуберов. Это чудовище! Сука! А... Нахуя я это сделал? Ну, думаю, ломать почти все конечности бесполезного противника и в итоге провалить экзамен было немного капец как тупо. Хаю-хай, а ты сдал? Бля, что? Как? Ну ты там девчонку спас, когда робота расхреначил, а у нас же геройский курс, хули деку. А, серьезно? Я ее даже не заметил. А может мне что-нибудь перепадет? Все видели, как ты лежал на асфальте и плакал? Да,
люблю. Так, первый учебный день моей новой жизни. У меня есть причуда, потенциальная девушка и потенциальный отец, поэтому худшее позади. Потенциальный отец. Кошка девочки топ, блять, если не жаришь, захлопни подвал свой. Очколубы, я молчал все это время, чё тебе надо-то? Бля. О, а ну быстро, Вера, в кошка девочек, для зубы соединителя есть кошка, пацаны. Не, спасибо. Ой, Эдж, ты тот самый, да, тот, кто тебя спас, это... Который на асфальте плакал и вроде обоссался. Не, это... Че, вы втроем меня заметите, обосрётесь. Здрасте, я ваш новый классный руководитель, и по закону всех миров и измерений... Местный какаши. Зарплата, сука, маленькая, пенсию отменили. Охереть, мне запретили стареть, я же вы не... Извините, учитель, а как мы тут заспаунились? Мы здесь, так, где мы? А, ну, видимо, у нас физкультура 1 сентября, и так как мы... Время список какаши и эл. То покидайте с помощью прищит мячик в стратосферу, и я себя отпущу. Может, нас? Заткнись. Так, Бакуга, ты первый. На! Ого, 700 метров! Это хорошо. Для тебя не очень. Иди ищи его теперь. Чё? То есть города для пиздилок держите, пожалуйста, а школьный мячик? Заткнись. Учитель, это ж немного нечестно. У нас же не у всех боевые причуды. И вправду, вы что, сексист? А может, расист? Аутист? Анонист? Так, ты скажешь слово или звук, тот беременный паук. Все, идите нахер отсюда. Все хорошо, почему? Потому что вы отпускаете нас с урока? Нет. Потому что четвертый овер отменили? Жаль, но нет. Потому что геи говорят нет. Айзова, съеби с моего урока, пожалуйста. Уже ухожу. Блисаная дверь. В общем, сейчас мы будем разыгрывать сценарий с героями, которые должны обезвредить бомбу, либо злодеев. И начнем мы с команды Мидори и Бакуга, потому что на остальных мне маленько насрать. Можно вопрос? Конечно. Вы оху... то есть в смысле? Ну, на них мы потратим 2 серии, а на вас 2 минуты. Справим быдло. А, чуть не забыл. Хоть у нас и типа стычка злодеев и героев, но будьте поаккуратней. Не вживайтесь особо в роль, обычный же урок. Всего-то урок. Главное знать меру. Не хотелось бы вас отправлять домой к родителям? По частям. Синяками... Так, если что, мы тут мимо крокодил. О, живой! Деку, ну хоть ты расскажи, что произошло? А, ну, я споткнулся. А, в трубу газовую, что ли? А, покачано. Ну тогда ясно. Извините, а у вас можно взять интервью? Ага, потом вы вырежете и скажете, мол, я Путина не люблю. Я хоть и японец, но нахуй оно надо, чау нема. Ну ладно, может хотя бы вы, а то уже 3 часа тут стоите. Знаете, я тут подумал, а почему расизм и феминизм есть, а кошкаминизма нету? В смысле? Так вот это откуда? В классе все люди учатся, но ни одной кошка-девочки. Несправедливо. Базаришь, но нам бы про всемогущего что-нибудь. А, это не ко мне, это к всемогущему. Ты мудак или где? В общем, вам тут надо старосту выбрать, а мне не надо. А, да блин! Выбирайте, короче. В результате победил Мидори, сочувствую. Чего? Почему не Ида, у него ж очки? Ну он же немного этот, ну, скажи, я скажу. Еблан? Еблан. Внимание, студенты, важное объявление. Кто-то проник на территорию Академии, расхреначив титановые ворота в труху. Без паники, у нас все под контролем, можете не волноваться. Все? Блять, мы все умрем, а у меня кредит, еще за солярис, что делать-то, бля? А, ты не видишь? Бежим, блядь, подвиньте! Ты чё там трогаешь? Вау, классненько расхерачили. Думаю, самое время камеры ставить, чтобы хотя бы понять, кто это был. Так, сегодня у нас обычное несложное практическое занятие. В экстремальных ситуациях ничего сложного тут нет. Я уверен, что все пройдет как по маслу. Ни хрена. Извините, а всемогущий выйдет? Чё встал, шляпа усатый? Иди воюй. Не, ребят, немножко даже не эпика. Думайте, с вами я разговаривать не буду, а то я один раз так поговорил, и меня чуть не уби... И чё произошло? Походу, нас всех разбросало в разные места, чтобы легче было отхерачить. Видимо, придется драться. Ладно, какие у нас преимущества? У меня способности лягушки, и со мной много хинта из-за моего языка. Ну, думаю, это вряд ли пригодится. Преимущество хорошее. Надеюсь. Стоп, это ж я на той картинке... Ладно. В общем, я очень сильный, но как одноразовая посуда. А я липкие шарики кидать могу. А, так вот какая у тебя причуда. Ну да, а что? Я просто думал твоя причуда быть конченым. Как-то мы легко справились. Может, это реально часть урока? Нет. Или нет? Вообще всё нет. Всё хорошо. Почему? Почему? Потому что появился Ван Па, то есть, в смысле, всемогущий. Сейчас я быстренько их... Классно положил, мудила. Ну,
Больше эпика. Чё разлеглись, валенки? А чё, для второго сезона набрали 45к лайков? 45? Да вроде нет. А ну и хули, тогда лежим дальше. Отдыхай. Я думаю, ты понял, что нужно сделать. А ещё было бы неплохо подписаться на канал, оставить комментарий, добавить меня в друзья, так как осталось 925 человек, которых я смогу принять, а потом всё, блядь, торопись. А ещё зайди в группу, репостни ролик и получишь роль в Дискорде. Спасибо топ-донатерам. И, кстати, можешь во все анимешные паблики ролик кидать, чтобы быстрее 45к лайков набрали, и я сниму второй сезон. Все, я пошел, я вас люблю, пока. Ну что ж, ребята, блин, Рейн Магиот, реально, это было очень забавно, наконец-таки я узнал, откуда этот чертов момент про кашка девочек, от которого я постоянно ржал, и, блин, реально, вышло очень знатно, очень смешно. Черт подери, наверное, еще раз пересмотрю, когда закончу съемку. Но в любом случае, Рейн, огромный респект. И просто гигантский Бакуго лайк. Да, все-таки Бакуго, он хорош. В общем, блин, надо посмотреть побольше видосов от Рейна, потому что он разбирал самые разнообразные аниме, плюс еще есть продолжение по той же моей Геройской Академии, так что посмотрю его видосики. А также, ребята, для вас я ставлю челлендж. Так сказать, очень знатный челлендж. Как только на этом видео наберется хотя бы 700 лайков, я делаю продолжение на аниме за несколько минут. Любое, которое вы будете голосовать, либо которое я выберу. Так что 700 лайков и будет вам продолжение. Ну а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика, ссылочки на Donation Alerts и ВК в описании. И обязательно зайди на канал Рейна и подпишись. Всем удачи и всем пока!